В Лос-Анджелесе названы лауреаты престижной кинопремии «Золотой глобус». И главная неожиданность – триумф «Богемской рапсодии». Картину признали лучшей драмой. Рами Малек, сыгравший солиста группы Queen Фредди Меркьюри, забрал «Глобус» как лучший драматический актер. При этом фаворитом считалась работа Брэдли Купера «Звезда родилась» певицы Леди Гаги в главной роли. Критики были уверены, что она победит в номинации «Лучшая женская роль в драме». Однако лучшей все же стала Гленн Клоуз, сыграв в фильме «Жена». Двойная победа у картины «Рома» мексиканца Альфонсо Куарона. Лучшая режиссура и лучший иностранный фильм. «Золотой глобус» принято считать репетицией «Оскара», а это значит, можно предположить, что в конце февраля нас ждет шоу без политики, ведь минувшей ночью никто ни разу не произнес фамилию Трамп. Церемония запомнилась разве что слезами. Например, Леди Гага плакала от счастья, ей все же достался глобус, но за песню к фильму «Звезда родилась».